Добро пожаловать на канал Лена Волдрон USA. И у меня сегодня закупочка на неделю. Может, чего-то не хватает. Вермишель мы забыли купить. Все заказано через интернет. Магазин Walmart. $165 потратили. Сейчас покажу, что мы купили. Сразу уже покупаем 2 галлона молока. Молоко, наверное, где-то около $4 стоит. Вот 1 галлон, это чуть больше 3 литров. Масло купили. Оливковое. Ну, я небольшой любитель оливкового масла. Говорят, сейчас переходят на авокадо масло. Даже оно намного лучше. А это не очень хорошее. Капуста. Это перекусы, 2 коробки, это попкорн, карамели, сезонинг, приправа для стейка. Муж все заказывал. $3 стоит. Он мне просто говорил, что там говорю, сколько стоит перец? Он говорит, $3. Ну, соль, sea salt. Наверное, где-то $1. Потом Богдану такие вот завтраки. Или не завтраки, а обеды. Обеды. Он пошел в школу. Школа не онлайн. Школу наконец-то пошел. Ходят все в масках. 2 коробочки. Наверное, 3 с чем-то. Грибы ужасные, если честно. Я бы такие близко не покупала. У нас типа таких уже он в холодильнике валяются неделю. И вот эти, ну куда они годные, такие темные. Наверное, ну может $2. Надо, наверное, сегодня их и пережарить все. Яйца, может быть, $1 с чем-то, 2 с чем-то. Одну побитую, я уже заглянула. Потом вот фасоль, как на, ну, как гриль фасоль. Прикопченная, одним словом. Хлеб 2 с чем-то. Дальше. Что мы купили? Мороженое. Апельсиновое, наверное. Основа, а внутри белый пломбир. Ни разу еще не пробовала. А в Америке мне мороженое не очень нравится, но хочется иногда. Джеймс будет есть. Сэндвичи. Тоже мороженое. Пломбир сэндвичи. И это шоколадная печенька. Кошки еду заказали. В основном мы такую не покупали раньше. Ну, посмотрим, как наш кот любит, не любит. Fancy Fest. Туна. Курица и индюшка. Ну, посмотрим, как он их будет кушать. Нам всегда Кристина рекомендует, какую еду лучше покупать, но это мы без ее ведома купили. Она все у нас подсказывает. Она учится на ветеринарную медсестру. Ее, конечно, мечта стать ветеринаром, но как у нее получится еще выучиться. Сейчас она тоже, кстати, вернулась к учебе. Малыша в садик определяет. Вчера прививочки делали, хотя мы сторонники прививок, но на нее прям вчера так напали, что она кое-какие разрешила сделать ребенку, переживали, кстати. Пока вроде бы все хорошо, дай бог. Так, возвращаюсь назад к теме. А, и вот она учится, как у нее учеба онлайн, что-то онлайн, но в лаборатории ты должен находиться в колледже. Так что вот так вот. Учеба в Вирджинии происходит. Школьники вроде бы будут онлайн. А Флорида, видите, дети пошли, но в масках везде.
там такие куча правил. Ну, может, когда-то потом расскажу уже в другом видео. Так что вот сосиски просто жарить можно на барбекю и можно просто в сковородке, в духовке. Не знаю, не написано цена. Где-то, может, 5 долларов. Где-то так. Не знаю. Фарш. Возможно, 8. Не знаю, тоже. Но он такой постный сильно, как вы видите. Жира особо нету. Сосиски. Еврейские сосиски, очень вкусные, говяжьи. Может, 3 с чем-то до 4 стоит. Потом ребра 15.22. Надеюсь, они хорошие. Вы знаете, в Америке можно часто купить свинину с запахом. Вот это, знаете, кнура. Очень часто у меня попадается. Терпеть не могу потом, конечно, куда это мясо годное. У нас вроде бы такого в Украине редко было. Ну, не встречалось так. Старались мясники продавать хорошее мясо. А здесь все-таки попадается. И не хочется идти и говорить, вы продаете нехороший продукт. Так. Потом стейк, топ сарлон, 13.53, кот орёт, непонятно чего. Вот. То мясо, курица на бутерброды. Просто в духовке и с приправами. А это индюшка. Так же самое. С черным перцем просто. Бананчики. Они везде по одной цене. Потом яблоки. Потом такой вот honey cornbread. Кукурузный хлеб. Медовый. Интересно. Медового еще не ела. Может, вкусно, может, не вкусно. Три упаковки. Зачем он так? Наверное, соскучился. Захотелось, может. Апельсины взяли. Витамин С. Помидоры. Наверное, так себе. Сколько стоит? Может, за полкило доллар с чем-то. Потом салат айсберг. Мы его все время покупаем. Похож на капусту, но не капуста, а салат. Такое, как печенье. Поп-тарт. Внутри варенье клубничное. Моему сыну всегда в школу берет, чтобы губы не обветривались. Хотя я говорю, зачем ты мажешь, если ты в маске везде. И вот у него эта маска с этими бальзамами для губ. Ему в школе выдали бесплатно маски. Беленькие, написано, Вьетнам сделал. И вот такие вот завтраки сухие. Конечно, это не полезное, но он любит все время завтракать с молочком, такими завтраками. Наверное, 4 с чем-то, и этот, наверное, где-то 3 с чем-то, чуть-чуть меньше. Ну все, потратили мы все 160 долларов. Думаю, даже это неплохо. Все, что нужно, купили. Вермишели только нету. Ну, ладно. Все, мои хорошие, спасибо огромное за просмотр. Пока-пока и до новых встреч. Увидимся в следующем видео.